Мы просто хотим понять, что произошло. Расскажи, что ты помнишь. Мне нравится вот это. Где ты был, когда все случилось? Я не помню. Ты видел людей, когда был там? Да. Что они делали? Они были мертвы. Мы с тобой ужасно похожи. То, что нам пришлось пережить. Чем скорее мы вернемся к обычной жизни, тем лучше. Хобарт и Блэквелл. Он направил меня именно туда, где я должен был оказаться. К людям, которые были мне нужны. Твоя мама тоже умерла? Да. Я знаю, что ты был там. И я знаю, что еще было в том зале. Щегол. До и после. Все делится на до и после. А в центре всего – картина. Это сияние. Это жизнь. Чувствуешь? Да. Чудо хранило ее все это время. Я должен сказать тебе нечто важное. Пока не появился ты, она потеряна. Даже мелочи имеют значение. Кто забрал картину? Я думала, что все разрушено навсегда. Иногда и плохое может привести к хорошему. Я виноват в ее смерти. Я бы вернул ее.